Вареную колбасу для этого бутерброда я обжариваю. Так, на мой взгляд, вкуснее, и хлеб смазываю сливочным сыром. Попробуйте и вы, рецепт бутербродов с вареной колбасой, вам в помощь. Жареная вареная колбаса, на мой взгляд, еще вкуснее, со сливочным сыром отлично сочетается. Вместо сливочного сыра можете воспользоваться майонезом, тоже очень вкусно. Сделайте 2 или 3 слоя, особенно такие простые, но вкусные бутерброды любят мужчины. Готовьте для своего любимого. Бутерброды с вареной колбасой – отличное решение для быстрого перекуса перед обедом и хорошего сытного завтрака утром. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Сначала обжариваем вареную колбасу с обеих сторон, чтобы она не вздулась, сделайте небольшой надрез. Смажьте оба ломтика хлеба сливочным сыром, уложите на один ломтик вареную колбасу. Второй ломтик положите сверху, можете сделать бутерброд с вареной колбасой из 3 слоев, все по вашему желанию. Ставим лайк и подписываемся. Такие продукты будут нужны. Батон, 2 ломтика. Сливочный сыр, 2 чайных ложки. Вареная колбаса, 1-2 ломтиков. Растительное масло, по вкусу, для жарки. Количество порций, 1-2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. До свидания.